Опять же, ни те, ни другие в плей-офф не прошли, но для Славы после третьего места в том году это в любом случае уже как поражение. А для ЦСКА дебют. Причем почти тем же составом, что они в вышке играли. Там, ну да, Артемьева взяли. Ну, сейчас вот пару человек как раз. Ну, в основном южноафриканцы, конечно, погоду делают. Вот, а русские это по большому счету, да. Угу. Все верно. Саммари у нас попытки, это еще первый тайм, самое начало, первый занос по Чичуева. А это Нартье, да, находит Гриняева. Ну вот, и еще одна попытка Ренсберга. В этом матче он два заноса совершил, так же, как Сергей Чернышов. Мол был. Это еще бил тогда первые три реализации, напомним, Уильямс, и все три не забил. К тому моменту счет был 10-0, и вот сейчас он станет 15-0, там действительно и Грицов, и Чернышову, оп, вот кладет третью попытку этого. Ну, Слава все силы бросил на первый тайм, и в первом тайме славяне своего, собственно, и добились. 34-0, было все ясно, второй уже провели, конечно, не так. И опять, да, вот здесь совсем мимо было. После этого бить уже станет Нартье, и бить неплохо, из оставшихся там 6 он 5 забьет. Здесь, конечно, очень Халгейт неплохо отпраздновал свою новую стрижку попыткой. А Нартье забил первую реализацию в матче. Это была его с края тяжелая. И вот Чернышов вторая. Для хукера не банально все-таки дубль сделать. Вот, да, Чернышов. Причем там на нем висел в захвате-то Семейкин в таком... Высоком, я бы сказал, за шею, но тем не менее. А здесь Ренсбург заступит у нас в аут сейчас. Да, ему здесь не будет попытки, чуть-чуть. Но вот, чуть-чуть, да. Ну, ускорение хорошее было для игрока схватки, для игрока третьей линии. Очень неплохое. Мол-мол, слышим мы. На коротке. Там еще Антонов играл в тот момент. А вот, собственно... Попытка Степанова, где он винтился в оборону. И вот здесь нам казалось, что забил, но как раз этот не засчитали реализацию Герхарда Нартье. А вот и еще раз это самая попытка Сергея Степанова. Ну и вот блестящий рывок здесь Александра Семейкина, где наконец-то в начале второго тайма размочили счет богатыри. Ушел он от Степанова, ушел от Гриняева и открыл счет попыткам в этом матче своей команды. Ну и Рощин. Рощин, кстати, все три раза был точен с реализацией. Ну, но... Рощину и попроще было, а это у нас попытка на арте. Сейчас Степанов, здорово здесь отмечаю, сыграл классный оффлоут на Герхарда, причем, что он его не видел-то, когда уже отдавал. Вот посмотрел сначала, а вот нет, посмотрел, посмотрел. А тот тоже с разворотом. И здесь Нартье тоже. Во втором тайме вообще все реализации забили. И те, и другие. Получается, у нас 6 реализаций. Но на этом не закончилось у нас действие. По попыткам, когда было 1-1 по второму тайму. Продолжили команды атаковать. Богатыри вошли во вкус. Лучше забегалось. Больше пространства. Вот это хороший коридор был, когда чудом Вавилен. А это сейчас здесь у нас будет нарушение, вход враг сбоку Рыбаулина, и за это штрафной Слава получил. А вот Климов у нас сегодня очень активен был, как и Алюк, его я отмечу, этих двух игроков в нападении. Ни попытка, ни пей воды, кстати, вот ровно по центру, да, Евгений не пей воды. Для Рощина сегодня все попытки прямо были как конфетки, он пробивал практически по центру все три раза и забил. Ну, Климов, конечно, действительно очень много сегодня сделал работы, очень заметен на поле. И вот Евгений Непейвода кладет вторую для богатырей. Опять они вырываются вперед. Слава молом. Напомним, что в первых матчах сезона именно молом они больше чем попытки. И вот Дрейер, который сегодня к попытке рыбкой нырял туда. Приплюсовал желтую карточку. Это было чуть позже, да. Сначала все-таки занес. Здесь, конечно, небольшой пожар был в обороне у богатырей. Который закончил схваткой и попыткой Ренсбурга. В итоге, вот мы сейчас этот момент видим. Схватка в 5 метрах. Понятное дело, Слава имеет большое преимущество. Ренсбург просто на мяч упадет. Сейчас вот. Вот, Джонатан Ренсбург, Дрейер, Гарифуллин.
И вот, пожалуйста, удар с отскока от... Не ждал, да. Не стал ждать подставку даже Герхард Нарте. Но это последнее результативное... Поймал кураж, называется. Предпоследнее, да? Результативное действие. Последняя попытка в матче сейчас будет у нас, пожалуйста, Лазаренко. Да, хорошо. Владислав Лазаренко. Здорово, да. Понимаю, что ну, 13 человек у Славы, не успевают они перестроиться, и тут дыры появились. Причем он Вавилина видел, да, но все-таки пошел. Ну и Рощин, да. Понятно. Это аккорд этого матча. 55-21. Слава побеждает. Ну, для самого...